Всех приветствую на своем канале. Решила вам показать, как я готовлюсь к учебе в магистратуре. Прежде всего, я убираю все лишнее со стола. Я протираю клавиатуру, экран, весь стол. Оставляю все только самое необходимое. Выключаю звук. Убираю лишние мобильные устройства. Выключаю звук и на телефоне, и на компьютере. Ничего меня не должно отвлекать. На столе лежит все самое необходимое. Моя записная книжка, ей уже... Ой, лет, наверное, 5, если не больше. Это 3 самых необходимых каких-то таких моментах, которые не записываются в основной блокнот. Здесь одинаковые ручки, желательно, чтобы были больше половины. Чернила здесь были больше половин, то есть почти новые или новые. Но вот красная не писала, она со временем сама высыхает, как и все остальные. Одинаковые. Карандаш наточен с ластиком, линейка. Так, в чем я пишу? У меня отдельный вот такой вот блок. Сменный блок для тетради на кольцах, 80 листов. Сейчас мы его распакуем, он еще в пленочке. И, конечно же, тема Парижа. Я люблю французский язык, я люблю Францию, все, что с ней связано. Здесь мой бакалавриат. Сейчас мы откроем сзади. Это тетрадь на кольцах. Вот здесь много всего написано. И чтобы отделить магистратуру от предыдущего моего образования, я взяла вот такую закладку. Здесь у нас есть две дырочки разделительных. И это делается очень легко. Вот, одно открываются кольца. Они открываются очень легко, но нам надо это сделать в конце тетради. Я раскрыла кольца движением пальца. Берем разделитель. Будет удобнее, если он будет у меня вот так. Также можно найти другой выход из положения. У меня есть вот таких вот два уголочка. Опять зеленый и синий. Красивые цвета между собой сочетаются. Я все подбираю по красоте. Я люблю концтовары, у меня куча всего. Можно снять с колец мой конспект и перенести его вот в один из таких уголков. Тоже как вариант. Так, тетрадь подготовила, убираем ее в сторону, уголки нам тоже не понадобятся. И готовим теперь сменный блок. В первом ящике моего комода у меня всегда есть хорошие ножницы. Ну, сейчас не буду мучиться на камеру, просто та-дам, аккуратненько сниму пленочку. Та-дам! Готово. Мусор сразу убираю в помойное ведро. Идеальные дырочки. И просовываем их в кольца. Та-дам! Почти. Так, все готово. И эту картинку можно тоже использовать, потому что с обратной стороны ее можно использовать как черновик для чего-то очень важного. А что-то очень важное постоянно нужно записать в процессе. Я не могу сосредоточиться на 100%, если будет хоть какая-то пылинка, бумажка, что-то под ногами лишнее, какие-то звуки. Да и мотивация к обучению появляется, когда порядок на столе и быстро все усваивается. И вот только теперь, когда все готово, полностью рабочий стол упакован, можно приступать к обучению. А дальше закрываю дверь, беру наушники, и только теперь я готова приступать к обучению. Вон у меня лекция, конспект. Сижу, учу.